Люди с этим именем часто пополняют ряды разного рода агитаторов, экстремистов и революционеров. Если вы встанете на пути у такой личности, она приложит все усилия, чтобы избавиться от вас и добиться своей цели при помощи любых способов. Владельцы этого имени склонны много работать, и они обязательно достигают всех целей, которые ставят перед собой. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. У этих людей может проявляться лень, нежелание ежедневно заниматься кровопотливым трудом, отсутствие прикладных способностей, неспособность к концентрации, неупорядоченность, нетерпеливость, непостоянство, отсутствие внутренней самодисциплины, расточительность. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Владельцы этого имени в основном практики и трезвые реалисты, испытывают откровенную неприязнь к людям импульсивным, несдержанным и неорганизованным. Иногда носители этого имени способны к довольно жестоким поступкам. Буква Ю в этом имени дает гибкость мышления, размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Прежде чем что-то сделать, эти люди надолго задумываются. Сначала им необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Эта буква придает целеустремленность, стремлением к истине, но одновременно наделяет ее обладателя излишне романтизированным представлением как о себе, так и об окружающих людях, не замечая изнанки. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.